В немецком Мюнхене мужчина устроил серию нападений на прохожих, ранив ножом 5 человек. По данным полиции, злоумышленник передвигался на велосипеде и совершил несколько нападений на востоке города. Сейчас он задержан, данные о его личности не сообщаются, не говорится и о мотивах. При этом правоохранители отмечают, что преступник действовал в одиночку.